И привет, дорогие друзья! С вами снова Альберт и Булат. Привет! И мы продолжаем проходить Dead Space 3. Три. Опа, здесь всякие няшки. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? Мне уже, конечно, ничего не бесит. Черт. Я какое-то сообщение нечаянно почитал. Чужое. Так надо прочитать его. Ну, я не то, что читаю, он воспроизводит же. Охлаждающая какая-то. Не знаю. А вот что-то здесь. Делать ничего пока нельзя. Ну, пойдем дальше. Опять лифты. Ненавижу лифты. А, нет, не лифт. Не лифт. Опа. Нам налево, направо. Ну, не знаю. Ну, пойдем налево, посмотрим. Вроде налево, да? Да, налево. Здорово, командир. 15 секунд до таргета. Standing by to D-shot. All right, people, we're going in blind, so stay tight on that exit vector. Frozen, count it out. Exit beacon locked. D-shocking in 5, 4, 3, 2, 1. Опа! Какой вид, а? Что за херня? Это луна. А точнее, то, что осталось. Опа! Пронесло. Christ, this place is a junkyard. More like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. You serious? They'd be over 200 years old. Wait, wait, I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Those lights, are they beacons? Hang on. No. My! Мать вашу! Мины. Надо валить. Кто бабе дал штурвал? Права купила! Твою мать! Так, надо что-то валить. Маза, маза! Булат, валим отсюда! Быстрее! Валим, 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 валим! Так, я впереди! Иди за мной! Какую руку? Брось его, он сдохнет! На, держи! Помоги сам себе! Хорош, я уже две части вам тут варил все подряд. В этот раз сам варю, понял, да? Булат, пошли нам, короче, в этот коридор, там безопаснее. Я и так и говорю, надо валить. Да, да, валим. Давай. Да что ты, как пьяный бежишь. Ох ты. Опа. А гравитация-то все, хана. Все, меня понесло куда-то. Я в иллюминаторе. Опа. Гравитацию установил. Ты, кстати, ХП-то восстанови. Что? А ХП не восстанавливает. Ну да, я нажимаю, не идет. У меня тоже. Блин. Дверь, 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 вот она, дверь. Есть, отлично. Успели. Фух. Опа. Вот, а вот я и костюмчик. На плюс 10 заточенный сейчас одену. Я тебе не Вовка. Куда ты пропал? Блин, а, вот ты мне я. Дай руку, что ли, там сидишь без палева, гад. Ах ты, блин, мой шлем. Так, подожди. Да, держи. Отлично. О, прям в ушах это. Так, куда? Хз. Давай вперед. А, вон там что-то моргает. Ай, блин, это же это.
Не то, то, что моргает. Окей, I can see the room. А, во, все. Я что-то потерялся, блядь. Once I release the clamps, короче, it's gonna blow us clear of the Eudora. Какие-то задвижки. Я открыл какую-то хрень. Я не знаю, это хорошо или плохо. И что-то включу. О, черт, ты это включил! Да, блядь! Нас уносит! Ты как всегда меня бросил, сволочь! Воу-воу! Осколки! Да! Мины, мины, мины! Здесь стрелять можно! Блин, меня сейчас подцепит! Ты главное ХП восстановить успей там или что там? Так, давай. В этот туннель, туннель! Вот сюда, да! Там мины, мины! Isaac, where are you? Да где мы, где мы? На землю летим, блин! Че за вопросы? Тихо! За ящиком, за ящиком! Так, меня чуть не завалили. За ящиком. Наверх, наверх. Все, я держусь. Hey, watch it, watch it! I can't see around it. They punched through it. Oh no! Ящик, oh, ящик, no. Ящик, 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 блядь! Мать твою, осторожно! Я держусь, есть! Там наша жратва! Не отпускай ящик! Печеньки, печеньки уходят! Окей. О, всё. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Yeah, you think there's Aaron on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Пипец. Это что такое интересное? Ага, это воздух. It looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Так. Я куда-то зашел. А, вот, я за тобой иду. Well, we've got air. And dust. Давай, давай. Sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. А, ХП восстановить, не забудь. Да все есть, отлично. Мы, в смысле, к себе, да, в корабль? Или это какой-то другой корабль? Нет, это погибший. Погибший. Ух ты, блядь. Херо. Ну, там какой-то Ронок говорили. Кстати, вот здесь еще синенькая моргает, а да, стой? А то я один как-то очкую. А это что такое горит? Ой, ой, какая-то тяжелая стандартная станина, подожди. Тяжелая стандартная станина, да. Это надо станок, наверное? Все, я взял. Так я ее давно уже подобрал. А, ну, для каждого своя, походу. Ну, которые станки в начале ты видел же, да? Наверное, там что-то можно будет сделать. Так, вот эту запускай штуку. А, сейчас наши пацанчики заедут. О, все, пошла. Наши родимая, печеньки. Над этим помочь. А ты сейчас задохнулся еще. Так, пошли, пошли. А, как им помочь-то? Так, может обратно? А, не, вон загорелось, все. Айзек. Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen and Locke. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Приказы. Командир, что ли? Приказы. Ну, смотри, у меня какая маска беспонтовая. Желтая. Нет, ну, нормально синим светится. Нет, у него. А, у него, да. У него такая какая-то простенькая инженера, наверное. Так, ладно. В рот компот. Ну, идем дальше. Ой, подожди, излучатель Теслы надо аптечку выкинуть, наверное, взять излучатель. Я какой-то излучатель подобрал. И аптечку подобрал. Ну, аптечку я выкинул. Да у меня уже места нет. Опа, да. И смотри, гробы, как в этом... у египтян. Охереть.
боже, тут повсюду гробы в натуре. Looks like some kind of a funeral. Executions. Казнь. Why do you say that? С чего ты взял, что это казнь? Он же говорит казнь. That's no good. Плохо дело. Здесь как? Ништяк лежит, еще один. Где? Вот сюда, иди ко мне. Центр модернизации. Плюс одна перезарядка. Я не могу ее взять. Скинь что-нибудь, если у тебя места нету. А, все взял, наверное. Но он перестал гореть. А, ну значит на двух. Так, что есть там? О, станок. А он не работает. Так, я наверх слажу, что там, посмотрю. Подожди, а вот тут батарея какая-то. Где? Вот, валяется. Попробуй, попробуй, я пока наверх слажу. Давай, вставай уже. О, я ништяк какой-то нашел. Держи. Отлично, я что-то завел, ребята. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, yeah, smart thinking. Разумно. О, значит, может что-то сделать. Давай, ну, да. Попробуем. Так, дорогие друзья, мы сделали небольшой апгрейд в станине. Изучили, в принципе, эту всю систему. Теперь прокачали. У нас... Да, прокачанные пушки. Пушки. На макушке. То есть сверху у меня получается... Стреляю с патроны, а снизу таким вот лазерным лучом, с помощью которых будем резать всяких уродов и монстров. И мы продолжаем. Ох, как мы нашумели. Чувствую, сейчас полезут твари. Тут кровище, пипец. Напарник ждет у двери. Ну, сейчас дверь закроется, ладно. Топ. Я первый, понял. Давай. А здесь никого. Опа, я что слышал? Оно за дверью, походу. А вон, опа. Вон они сидят. Так, валим их, валим. Да зачем ждать, давай вали. Мы не пройдем. Блять, я лазером, короче. Жесть. Нет, ну нормально. Hey guys, we're in trouble. What is? У нас проблема. I just got jumped by what's left of the crew. Здесь пару зомбаков. No one could have survived out here that long. They didn't survive. Короче, они нам не верят, да? Things. What? Okay. What do we do? You keep your weapon ready and stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the lips. You got that? I said you got that. Yeah, yeah, okay, okay. О, бля. Меня кидаться. Здесь целый кинотеатр, походу, дело вот, сейчас будет. Ништяки, ништяки. Какие ништяки? Сейчас нас тут сожрать будут. Да не будут, не будут. Успокойся. Воу, 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 что это? Где? Во, наверху сидит. Да пошел ты, блядь. Перезаряжаюсь. Огонь. Сверху, сверху, сверху. Перезаряжаюсь. Слева. А-а-а, ударил, гад. Тварь такая. Все нормально, нормально. Что-то здесь так тихо, так прям аж жутко. Прямо тихо-жутко. Или жутко-тихо. Жутко-тихо. Да-да-да. Артефакт какой-то нашел. Адмирала Марджори Грейвс. Личный состав CMS Ронок. А, мы в корабле Роанок. Роанок? Да. Хочу выразить признательность каждому члену экипажа за участие в этой без преувеличения исторической экспедиции. Сегодня, как никогда прежде, человечество столкнулось с катастрофическими обстоятельствами и вынуждено идти на риск во имя благородной цели. Да, пусть... ладно, короче, пошли. Да, подожди, зачитаю. И пусть не все из вас
посвящены в детали этой миссии. Знаете, на карту поставлены наше будущее, наши надежды, наши мечты, судьба колонии в вашем руках. Охренеть, ты пока там читаешь всякую хрень. Ну тут... что, мне же интересно. Тут хвостатые монстры всякие уже появились. Они, короче, приехали, им тут на уши наплели лапшу, что ли? Вот реально. Давай лазером, лазером! Еще раз лазером! Рукопашную! ВДВ не сдается! Так. Блин. У нас два варианта. О. Я там стреляю туда. Блин! Блин! Надо все-таки на нижний блок стрельбы прибавить, чтобы что-то медленно бьет. А это что? А нам туда? Может нам туда? Да там перепец, сколько дверей, да? А, нет, не туда, да? Опа! Ага, ползут, да, уроды? Где мы? Они нам не верили. Да. Ничего не знаю, у нас здесь тихо, здесь вообще никого нет. Ты отойди от лестницы. Я отошел. У нас здесь спокойно. Мы не верим вам, вы обманываете. Тихо. О, какая-то вентиляция большая. Ну, полетели? Да что-то... Что-то, походу, дело сейчас будет. О, я же сказал! Эти, опять эти летающие, и в этой серии тоже они будут. Какие-то собаки с хвостами. Да, которые стреляют шипами. Как складно сказали, да? Собаки с хвостами, которые стреляют. Отлично. Ох, ни хрена их там сколько. Сверху, сверху, слева. Вон он. Слева. Так, вроде тихо, да? Приземляемся. Так, вроде нормально. Подожди, кто там лазит? Где? Вон он летает. Как я шиканул, да? Блин, чё пугаешь меня? Блин, вот это гудение, это пипец просто. Техпалуба. После вас? Да я уж так и понял. Ты что-то подобрал? Да. Какое-то текстовое сообщение. Я наверх пошел, ты за мной? Ну конечно, куда мне деваться? Ну мало ли, как всегда, за угол спрячешься, подождешь. Пока тебя убьют, да? Да. Здесь пока тихо. Перезарядился? Да. Я тоже. О, что за установка? Установка Теслы какая-то. All right, I think that's holding them for now. Good. Что из-за этого? The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Охереть. Если мы вас, если мы сейчас восстановим генератор, ты знаешь, что будет? Ну, предполагаю. Так, стрелка. Так. Потому что генератор, я так полагаю, очень шумно. Так, подожди. А, смотри, надо этот. Тоже. Все, понял. Уже слышу! Крути! Да я не могу, там кто-то бегает. Ты его видишь? Охренеть, как ты его попал-то? Кидай здесь попасться. Все вроде. Давай. Крути. Кручу. Все вроде.
Вроде тихо, да? Вон, полезли. Полезли, пятый. Полезли, хули. Вот так вот я ему хвосты порезал. Перезарядка. Блять, сзади, сзади, сзади. Рукопашку, давай рукопашку. Воу-воу-воу! Ты чё, сдох что ли? Меня завалили. Ёптерин Гэмблова компания. Так. Ну ты была. Надо перезарядиться. Ты пальчик сразу на букву Q поставь. Я жду. Валим того, давай. Отпускай, 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 отпускай. Где он? Зачем их собирать? Вон он. А это что за шум? Так, еще кто-то должен быть. Нет, тут никого. Мне просто охота побыстрее свалить отсюда. Все. Идем вперед. Вперед идем. Вперед. Не останавливайся, чтобы сзади не успел подойти. Вот он. Не останавливайся. Сзади, сзади. Блять. Давай, давай, уходи! Нет, я их завалю! Уходи сзади, говорю! Ах, тварь, рукопашку давай! Помогай рукопашку! Я перезаряжаюсь! Вези! Все, успели! Блин, мы только одну штуку запустили! Одну? А что будет дальше? Так, надо ништяки подобрать, тебе подлечиться. Точно. Он по умолчанию, интересно, большие таблетки жрет? Нет, скорее всего, маленькие. Надеемся. А ты перезарядился? Да. Я нет. Так. Так, 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 так. Стой, стой. У меня чисто. Блять. Стой, стой. Где они? Что-то страшно. Что-то странно, странно, очень странно. Никого нету. А только что такой шум был. Надеюсь, здесь не будет как с первой части, блин. Знаешь, так к вентиляции подошел. Эй, кто там? И такой, знаешь, вот этот, мы порвем тебя. Так, ну давай, давай третью. Машу, бежим! Бежим вон дверь! Бежим! Бежим, а я думал, никого нету! Бежим, говорю! Бежим к лестнице! Беги к лестнице, мать! Давай, заходи! Так, нет, подожди. Смотри, здесь надо... А, включить, вот здесь запустить надо штуки. Генератор. И сразу назад. На счет три. Раз, два, три. Блять. Тварь! Тварь, тварь, тварь! Бежим, 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 бежим! Да я стою, я думаю, я смотрю на эту штуку. Я думаю, это сцена. Ты че? Так, едем, 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 едем. Куда едем? Я тут отстреливаюсь. А я не отпускаю. Все, я спускаюсь, короче, нафиг. Фух. Там они там наверху там. Орут там. Наверх стреляй. Да там никого не видно. Бросил меня. Так, ну идем дальше. Ага, хер раз два, да? Так я думаю... А, ну понятно, пока их там не завалишь, не пройдешь, наверное. Да ну. Ну если не пускают, надо проверить. А может надо... мы просто не туда пошли? Надо зачистить локацию, как понял меня. Мы же на лифте должны были спуститься. Отойди этого с лестницы. Где он? Все, вижу. Он один только что? Скорее всего, да, один. А вот же лифт. Мы не туда пошли просто.
Отойди, отойди, отойди. Сейчас кто-нибудь выпрыгнет, да? Чупакабра какая-нибудь. Привет. Вроде нормально. Вроде нормально. Все, отлично. Ты лучше он в потолок целься. Что-то он меня смущает, этот потолок. Опа. Блин! Ну хрена так сделал? Чтобы было легче падать кому-нибудь. Пошли вон наши чуваки, там полуживые стоят. Сейчас нам будет плакать. Отойди в сторону! Я застрял в текстурах. Блядь. Ну надо было тебе в потолок стрелять. Блять. Фак. Так, нам придется прервать этот запись, наверное, да? Так, все, мы в лифте. Теперь нам вниз, да, спускаться? Сейчас к этим своим парням. Наверху, наверное, кто-то есть. Да, хрен с ним. Блин, лифт, конечно, такой. Я присяду, посижу на картах. Здорово, ребята, неверующие. Чё, получили, да? А, подожди, другие же чуваки. Нет, ты посмотри, что Элли творит. Это же девушка Айзека. Нет, ты гонишь. Да, это она. Нет. Айзек Кларк, great to meet you. Austin Buckle, Marker Ops. This here is Jennifer Santos, our little lady with a big brain. Умная девочка. You can decipher the Marker script. This mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. Что, нормальный нос? But I have so much to tell you. Это мальчик или девочка? Посмотри на Элли. No, sorry. We need to stop the Marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She's written Marker scroll all over the walls. По-моему, во всех сериях. Бедного Айзека. А Уэлли всегда сидит. Ну ладно, я Нет, когда пролог был, ты помнишь фотографию? Когда он держал в руках. Это она? Это не она. Ладно, у нас спор, мини-спор. Так, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем очередную главу. С вами был Альберт и Булат. Ставим лайки. Подписываемся. Всем и пока. Комментируем. Пока.